Девочки, всем привет! Пришли мне семена с заказным письмом. Таким что-то долго идут и до сих пор еще не пришли. И девочка мне, которая в одноклассниках это семена предлагала, отправила заказным. Я такая думаю, что так завернуто? Сначала думала, просто может завернуто бумажку. Вот сейчас разверну. А тут, оказывается, она распечатала, что за семена я заказала. Какие-то томаты. Вот, да еще и в подарок положила. Подарок. Ой, сколько подарков положила. Ой, спасибо. Смотрите, подарок. Подарок. Ох, то столько, я не знаю, как я столько семян этих насажу. Ой, спасибо. Подарок. Так, томат Сержант Пеппер я заказывала. Так, Пандорина. Дальше томат тигровый. Дальше томат P20 Beauty King. Дальше томат оранжевый русский. Так. Перец сладкий Sweet Pickle Peter. Вот такой красивый, как елочка. И он сладенький, там написано перчики. Не тонкостенные, а толстостенные. Может, на подоконнике. Томат плюс Фаренгейт. Это вроде синие томаты, как черника. В середине красный, снаружи как черника. И такие же полезные свойства. Для диабетиков хорошо, я читала. И для похудения. Так, томат Летнее Солнце. Тоже черри. Очень вкусное. И его много. И оно очень сладкое. Израильская селекция, вроде так. Томат вишня желтая, тоже черри, тоже вкусная, но этот как бы кистью такой вот растет, как виноград. А здесь, ну как черри на веточке вот такой. Так, и перец острый, колокольчик. Вот все, что я хотела, все это дала. И еще, смотрите, сколько подарков. Предгорная груша, томат зарисовавший... заржавевшее сердце Эверетта, томат гибрид Тарасенко, Тарасенко 2, томат Клиота розовый, да? Вроде так, Клиота розовый, томат золотая медаль. Ой, спасибо большое, Ольга. Ну, а я встала, думаю, надо что-то приготовить. Маша давно просит костыбы. Вот сейчас чищу картошку, поставлю вариться, замешу тесто, сделаю костыбы. Поставила размораживаться курицу, и вот думаю, или ее запечь в духовке, так, конечно, быстрее, или грудки разделать на отбивные в сырном кляре, тогда будет много. Ну и еще останутся ножки, крылышки, позвоночник на потом. Пока думаю, посмотрю по времени. Вот, пока есть овсяночка, придут покушать овсянки. Машенька, он уже пришла со школы, переодевается. Ну что вы думаете, Игорь меня поматросил и бросил? В каком смысле? Он с утра говорит: Наташа, я уже эти подшипники купил, осталось этот прокладку вот эту купить машинку и все. Я говорю: и что? Он говорит: ну вот сделаю, если будет работать, все. Я говорю: ты ж не обещал купить машинку стиральную. Он говорит: ну я так посмотрел, это новые машинки это ерунда, старые это хорошие, а новые технологии какие-то, что-то мне стрёмно, и двигатель там какой-то не такой. Короче, уже заднюю дает. Я говорю: ты обещал, ты, говорю, сказал, что хочешь купим, ну хочешь купим, но а куда эту, что она будет стоять, если ее поремонтирую. Говорю: будешь роботом свою, говорю, стирать? Он: я вручную стираю. Я говорю: а так машинку закинешь? Не буду. Я говорю: ну и я говорю, еще, во-первых, ты не починил. Но, если честно, я знаю, что он ее починит. Не знаю, как она будет работать, но если она будет крутить барабан, пока уже не отвалится, он уже новую, не знаю. Это если только скандал устраивать. Скандал, конечно, устраивать не хочется. Хочется мирно купить. Тем более, что присмотрела, и которую присмотрела, мне уже, я сплю и вижу ее, а то, что там отпаривает, вот, антиаллергены, вот эти все. У меня что-то от кролика шерсть, от кошки шерсть. Вот, и чтобы оно все попарило, и пуховые эти подушки гусиные тоже можно пропарить. Там, во-первых, объем 6,5. И я уже говорю, о ней мечтала. И там как раз скидка идет. Она так где-то около, правильно я скажу, 1000, да? Около 1000 с лишним стоит. А сейчас 860.
Поэтому уже как-то нацелилась, планировали в четверг ехать, а он сейчас это говорит, куплю этот сальник, правильно сказала, сальник, подшипники уже купил. И говорит, все, соберу. Ну, пускай собирает, посмотрим. Не знаю, прям расстроенная. И он как бы так с ухмылкой, думаю, если сейчас дам слабину, точно уже ничего не купит. Ко мне написали девочки, мужчина в доме, муж с золотыми руками, это значит, что ты будешь пожизненно со старыми вещами. Они будут поремонтированы, но будут старые и будет долго. Они у тебя служить. С одной стороны, хорошо, но с другой стороны, как-то уже устали от этой стиралки. Даже вот кран, я говорю, почини кран, он течет. Еще нормальный, еще нормальный. Потом я уже достала с этим краном, он починил. Кран не течет, но стоит повернуть этот гусак сам, верхушку вот эту, начинает капать. Он, ты его не трогай, не крути. Я потом еще прокладочку куплю, еще проложу. Я говорю, ну купи ты нормальный кран. Вот у него такой вот есть. Ну, он говорит, если бы я не был таким бы жадный, то ничего бы не было. Ну, я говорю, уже чересчур. Чересчур. Иногда надо что-то новенькое купить, обновить. В той же ванне этот, которая держит этот дождик, да. Хочется, чтобы что-то новенькое, но такое вот уже, знаете, и он в молодости был такой, а сейчас с возрастом еще такой, больше скряга становится. О, характер у него тяжелый и упертый. Если вот что-то у нас свое настоит, уже его не переиначить. Ладно, посмотрим. Посмотрим, как он ее будет чинить. Все-таки уже столько трудов вложено. Надо будет, я ему говорю, купи краску белую. Он мне вчера принес, говорит, у тебя белый лак для ногтей есть? Я говорю, есть. Он мне, слушайте, принес эту переднюю панель со стеклом вот этим, которое круглое закрывается. Он говорит, на, вот здесь сверху, говорит, поржавело, он там затер, говорит, лаком для ногтей крась. Я говорю, здрасте. Он что, бутылочки не хватит? Я говорю, во-первых, надо краску по металлу, а не лак для ногтей, который, говорю, с ногтей слазит. А ты, говорю, хочешь, чтобы я стиральную машинку лаком для ногтей покрасила? Ну, ему сказала, говорю, купи краску по металлу. Так что, если купит, надо будет подкрасить, подновить, посмотрим, как она будет работать. Конечно, жалко денег, не маленькие деньги, оно, с одной стороны, хорошо, экономно, но уже как-то, не знаю, захотелось уже, то посмотрим, короче, посмотрим. Вот семена мне это прислали, сейчас быстренько кушать приготовлю, вечером надо будет их это посадить. Хоть по пару штучек разных, посмотрим. У меня теплиц не хватит на столько семян. Вот, спасибо, разнообразные. Говорю, зачем тебе, у тебя есть свои семена? Я говорю, ну, хочется что-то новенькое, интересненькое. Вот, так что спасибо за семена. Вот, сейчас буду кушать, готовить. Так, все, сделала картошечку для КСТБ. Игорь пришел, а я решила в этот раз со шкварочками сделать. Шкварочки – это жареное кусочками сала до хрустящего. Потому что некоторые не знают, что такое шкварочки, кто вот свинину не ест. Я объясняю, вот они. Такие вот коричневые. И на этом жиру я поджарила лук, добавила сюда сушеный чеснок, укроп, соль, перец. Вот, юшку всю с картошки не сливала, бульон вот этот, в котором варилась. Помяла, чтобы она мягенькая была. И шкварки увидел, говорит, это что ты сейчас делаешь? Я говорю, КСТБ. Он говорит, не делай, сделай мне просто пюре. Я говорю, Маша хочет КСТБ. Позвала, говорю, Маша, КСТБ или будешь вот это пюре есть? Помятуха у нас называется. Это помятая картошка со шкварками. Маша говорит, нет, делай КСТБ. Так что сделаю КСТБ. Игорь, может, сейчас придет, так наложу ему картошки. Но мне тогда на КСТБ не хватит. Потому что их там много получается. Туда надо большая кастрюля, у меня 5-литровая. Вот, сейчас замешу тесто. Так, Игорь купил сальник, 2 подшипника. Получается, подшипники 9 рублей, сальник 21, за все 30. Ну, а до этого мы вызывали мастера по ремонту, только за сам вызов 50 рублей. Так что пока еще сумму Игорь вкладывается. Чисто по вызову мастера. А уже тоже машинку разобрать, все это сложить, включить. Это нехилая бы сумма обошлась. Ну, посмотрим. Дай бог, чтобы заработала. Видите, какое все сточеное, ржавое. Но они какие-то все разные. Сальник дорогой, корейский он взял, а эти подешевле. Так, тесто замесила. Сделала такие шарики, чтобы сразу удобно было раскатывать. И сейчас раскатываем такие шарики, ну, лепешечки в форме сковородки и обжариваем на сухой сковороде с двух сторон. И сразу в середину ложим горячее, вкусное, вот эту помятуху пюре. Так, Игорь приехал с города, привез вот такие слоеные язычки. Смотрите, какая красота. Большущие, пышные. Он мне говорит, какие вкусные. 30 копеек стоят, дешевые. И он говорит, как их делают? Я говорю, с обычного теста, но в середине, говорю, прослаивают то с сливочным маслом, то специальный такой маргарин.
И говорю, в обычной я пробовала духовке, не знаю, вот у кого получается, в обычной духовке снизу, пока нагреется тесто, верхнее все масло уже вытекает. А, наверное, вот таких производственных, где сразу со всех сторон там идет тепло и конверция, наверное, вот они тогда такие пышные получаются. Я пробовала, у меня вытекает масло, и они не сильно поднимаются, короче. Шкура выделки не стоит. А так 30 копеек, кстати, такие красивые, большие. Мне раньше в детстве нравилось их расслаивать, а потом уже самое вкусное, это вот эту верхушечку есть. То он сейчас поел, пюре наложил с молоком и язычком закусил. Так что, а Машенька ждет сейчас КСТБ и готовлю. Вот такая пирамида у меня получилась. Скорее, гора. Еще 3 штуки сюда добавите, и будет такое количество, сколько у меня вышло. Маша съела 2, я 1. Вот, еще осталась картошечка, я сюда переложила. Пускай Игорь радуется. Ну все, сейчас займусь курицей. Решила все-таки сделать отбивные. Так, нажарила отбивных. Смотрите, из 2 грудок курицы вот столько отбивнушек. Вот. Отбивные в сыре и в яйце. У меня здесь ушло, так, 6,3-9 яиц. Дальше кусочек сыра, грамм, наверное, 150 на крупной терке, натерной, это бурячный. Вот, все это сбила. Филе отбила, нарезала, отбила, посолила, поперчила. Потом обмакнула в муке. И вот так надо ладошкой ложить туда мясо, с двух сторон обвернуть и ладошкой вот так подчерпывать и в этом масле подсолнечном обжаривала. Обалденные, очень вкусные. Вот я в столовой попробовала, когда с свекровью поминки были. И вот теперь только так и жарю. Во-первых, много выходит, очень вкусно. Так что это супер вариант. Накормить всю семью, он 2 грудками, говорю. Еще курица осталась 2 ноги больших, ну, окорочка. И еще на суп остался этот скелет с кожей. Так что можно всю семью накормить одной курицей. Так, ну и как всегда у меня компот. Компот сегодня черная смородина, вишня и яблоко свежее. Все, сразу сахар сыплю сюда. И это к ыстыбыю. Отбивные можно кушать с макарошками отварить. Ну, а Маша даже, знаете, я ей говорю, может, на отбивную положи, на КСТБ, она говорит, не-не-не, я КСТБ так съем, а отбивную не хочу. Маша отказалась от отбивной. Поэтому КСТБ очень даже вкусно и выгодно. Я, получается, эту тарелку поставила в пакет короновский, сверху завязала и покрывалом накрыла. Они тепленькие, она подходит, покрывало поднимает и берет по отбивнушечке. Не отбивнушки, а лепешечки. Так что супер. Ну что, он нажал кнопку. Ага. Она Ну, сбилась. конечно, сбилась. Ну, включай, Не старт. имею. Слышали? А зачем мне целый хлопок включать? Давай быстро 30. Починил и пол помыл. Ой, боже, как страшно. Сейчас посмотрим, как барабан будет крутить. Но все равно он должен сейчас. Девочки, работает и крутит. Моя надежда на покупку новой стиральной машины тает на глазах. Насчет закрыть стиральную машину. Здесь, вот когда дождик висит, оно как бы вот так не сильно на нее попадает. Она вообще не попадает. Просто что если дети моются, то почти каждый по часу. Если так 5 человек моется, то здесь все стены текут. Поэтому здесь влажность большая. Закрывай коробом, клеенкой ее. Мне говорят, девочки, это накрой, пока моетесь. На нее не попадает. Ну, может, чуть-чуть вот здесь брызги есть, если уже сильно брызгать. А так, ванна же длинная. Если попадает, где-то вот так вот льется. Важность из-за того, что если 5 человек моется, много пара. Если 1 человек, то нормально. Вентиляция здесь хорошая. Ну что? Ну, свистит немножко. А он так и свистел. Ну, как не свистит? Барабан когда крутит, там. Не, оно не должно свистеть. Ну ладно, я уже не доколебываюсь. Посмотрим. Посмотрим, или будет трястись, когда будут выкручивать.
Пускай полощет. Ну все, стиралка работает. Закинула белье с кипячением, все греет. Программа вроде работает. Все наверх поставила. Игорь тут все поприбирал. Короче, подумала, думаю, зачем, правда, покупать стиралку, раз она есть. А котом говорит, тебе раньше все устраивало, пока она не сломалась. Как сломалась, уже перестала устраивать. Поэтому посмотрим, как надолго, дай бог, надолго. Пускай еще работает. Ладно. Мама говорит, сейчас эти модели, которые ты смотрела, это как с компьютерами, что-то новое, а потом они уже становятся более старые, что-то еще это изобретут получше. А это пускай пока стирает. Ну, вроде как все он почистил. Надеюсь, уже вода черная не будет. Будем наблюдать за ней. Купить всегда успеем. Все, переубедили меня все. Ну, я тоже разум логически включила и подумала, что да, денег... чтобы не тратить. Починил, молодец. Мама моя говорит, передай Игорю привет. Пускай золотые ручки его долго работают. Умничка. Я говорю, Игорь, как ты тен поменял? 25 рублей тен, здесь 30 рублей получается. Это обошелся тебе ремонт. Все, добренько, на этом заканчиваю. Прям даже не знаю, радоваться или расстраиваться. Как-то смешанные чувства. Ну, работает, дай бог, пускай работает. Слава богу. Все починил, зачистил, но она этого ждала уже. Давно этот подшипник надо было менять, подшипники и прокладку. Но вот она показала, что уже терпеть не может. Все, вам всего хорошего. Спасибо, что заходите, не забывайте. Всем пока.